Привет, меня зовут Ирина, и вы на канале Инстаринограмм «Простые идеи для занятых мам». Сегодня очередная часть серии видео о покупках для беременных с сайта iHerb. Сегодня сделаю обзор нескольких уходовых средств, которые вполне можно использовать во время беременности. Они безопасны для мамы и малыша. Но я не скажу, что это полноценное видео, в котором вы найдете исчерпывающую информацию о всех средствах, потому что я снимаю это целой серией, я выискиваю какие-то средства, тестирую их, и поэтому отсылаю вас на просмотр первого видео, чтобы у вас была уже более полная широкая картина. Но если вы хотите следить за моим квестом далее, подписывайтесь на канал, ставьте на уведомления о новых видео, чтобы ничего не пропустить. На сегодня начну свой выпуск с зубной пасты. Это такая зубная паста с экстрактом чайного дерева Tea Tree Therapy. Вы, наверное, уже знаете, что не все масла разрешены для использования во время беременности, но масло чайного дерева — это такое приятное исключение, которое, кстати, помогает нам бороться со всякими высыпаниями на коже, которые довольно часто случаются. И вот такая вот зубная паста, которая обеспечивает порядок у нас во рту, чистоту и полную гигиену. Что меня поразило в этой пасте, это тот компонент, который дает вот эту свежесть дыхания. Но я сначала думала, что это эвкалипт, очень напоминает сильный. Каково было мое удивление, когда я прочитала, что это экстракт семян петрушки. Точнее, масло семян петрушки дает вот такой вот потрясающий эффект. То есть это... Я была потрясена на самом деле. Паста произведена в США, а состав совершенно натуральный, здесь нет никаких консервантов, вредных веществ, нет ни фтора, ничего такого. Красная пенница очищает, освежает полости рта, что нам еще нужно. Продолжим наш ежедневный уход за собой. Это гель для душа, крем для душа, точнее, с гранатом, с экстрактом граната. В прошлом выпуске я показывала цитрусовый, гранат тоже неплохо. Я думаю, он будет более актуален вот ближе к зиме, такой, потому что у него такой теплый аромат, он так согревает и вот именно напоминает рождественские праздники почему-то. Вот, может, цвет, но вот аромат на самом деле, не только цвет, напоминает мне про рождественские праздники, хотя гранат и Рождество, мне кажется, очень мало связаны, но вот в этом варианте как-то вот цитрусовый даже мне больше лета напоминает, хотя у нас мандарины, да, в Новый год и так далее. Ну, почему-то ближе к зиме мне хочется больше вот этого аромата и вкуса. Именно этот крем для душа, он сделан в Швейцарии, и состав у него, как у большинства средств лета, если практически не у всех, абсолютно натуральный, здесь очень много масел, все отдушки сделаны именно из масел, все предельно натуральные. Веледой я пользуюсь уже много лет и как-то доверяю просто практически уже слепо, поэтому мне все нравится. Далее, казалось бы, зачем покупать прокладки, которые можно купить в любом супермаркете, да, в любом ларьке, а зачем покупать их через интернет? На самом деле это потрясающие прокладки, вот именно для того периода, когда вы беременны, потому что хочется, чтобы все было предельно безопасно, предельно натурально, потому что здесь не содержится ни пластика, ни отбелено хлором, также нет никаких отдушек, то есть совершенно натуральный состав у этих прокладок. Но, конечно же, их натуральность, она все-таки вызывает некоторые такие неудобные моменты, которые, в принципе, очень легко решить, просто меняя прокладку, ну, хотя бы 2-3 раза в день. А за счет своей натуральности, органического состава, кстати, она покрыта сверху органическим хлопком, она очень быстро треплется. Поэтому менять нужно часто. Если вы промедлите в течение дня со сменой прокладки, то она даст вам знать тем, что краешки будут довольно хорошо истреплены. Здесь 30 прокладок в одной упаковке, хватает достаточно надолго. Ну, как вы понимаете, в беременность пользуемся, я, по крайней мере, я пользуюсь ими каждый день абсолютно. Вот, ну и прокладок за весь период выходит, конечно же, довольно-таки много. Но вот эти я рекомендую абсолютно, абсолютно уверена, что они безопасны и дадут вам тот комфорт, который нам нужен в этот период. Теперь переходим к уходу за кожей лица. И в эту беременность я выбрала крем себе опять от Веледа. Крем с экстрактом ириса. Это дневной крем. Также у меня есть ночной. О нем чуть попозже.
Это увлажняющий дневной крем, который не тестируется на животных, нет ни парабенов, ни фталатов, нет никаких искусственных ароматизаторов и консервантов. В этой линейке кремов, как дневных и ночных, есть три аромата, по-моему, роза, гранат и вот ирис. Но нужно обязательно смотреть на их состав. Конечно, у них очень разная цена. Вот именно этот крем дневной с ирисом достаточно плотной текстуры. И моя кожа, по крайней мере, впитывает его очень быстро, буквально при нанесении. Когда я только нанесла крем, я абсолютно не чувствую, что крем нанесен на мою кожу. Он предназначен для сухой и очень сухой кожи, вот для такой возрастной, за 30, там хорошо, ближе к 35 годам, как я сейчас. Как дневной вариант он идеально мне подходит. Состав абсолютно натуральный и не вызывает никаких нареканий. По крайней мере, у этого дневного крема. Конечно же, к дневному крему я купила и ночной крем. Но на самом деле, когда я его получила, я немножечко расстроилась, увидев слово «алюминиум» в составе. Магнезиум, алюминиум, силикат. Я не нашла информацию, вредно это или не вредно при беременности. Все сайты отсылают вас к лечащему врачу. Кстати, то, что я сегодня показываю, я тоже вас отсылаю. Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом. В общем, этот магнезиум, алюминиум, силикат считается безопасным. И он где-то находится в конце, ближе к концу, то есть его совсем здесь чуть-чуть. Но все равно я решила перестраховаться и выбрала другой ночной крем. Но, в принципе, по своим свойствам он похож на дневной крем. Такой же плотный, также легко впитывается, не чувствуется на коже. Но мне кажется, мне увлажнения не хватает до самого утра. Нужно моей коже гораздо больше именно увлажнения в течение ночи. Он для нормальной или для сухой кожи уже. Если тот был для сухой и очень сухой дневной, это для нормальной или сухой. Тоже не тестированный животных. Алюминий меня смутил, и я решила заменить это средство, ну, хотя бы частично, буду им пользоваться буквально там по капельке, пока не израсходую. Заменила его на такой крем с экстрактом граната. Вроде бы одна линейка, да, казалось бы, но крема совершенно разные, цена у них совершенно разная. Вот, объем 30 мл, очень маленький объем, просто как пробничек выглядит. На самом деле я пользуюсь, и достаточно так он экономно расходуется, экономично. Этот расходуется даже экономичнее, чем те, потому что он очень жирный. Да, я наношу его вечером на кожу, вот, и перед сном все время, пока я не засну, кожа вот чувствуется прямо масляный слой на коже. В принципе, моя кожа это нужна. Особенно для ночного увлажнения. Хотя на упаковке указывается, что это для всех типов кожи. Но по моим ощущениям, это более для такой уже вот зрелой кожи, возрастной, которая склонна уже к образованию морщин. Здесь на коробочке написано Awakening Night Cream. Пробуждающий, здесь Firming почему-то он указывается. Не знаю, что из них более подходит для названия. Таких два названия. Здесь состав мне нравится гораздо больше. Единственный минус этого крема – его гигантская цена. Большинство из вас, наверное, я надеюсь, не знакомы с этой ситуацией, с тем, что когда какое-то средство приходит вам с iHerb в Норвегию, то его цена, ну, в среднем удваивается, да. И этот крем, он стоит в два раза дороже, чем крем с рисом, да, то есть, приходя в Норвегию, эта цена еще удваивается. Вот, и где-то 500 крон, 3-4 тысячи рублей за такой вот небольшой объемчик, да, за такой пробничек, конечно же, это достаточно дорого, но что делать? И опять у нас зубная паста, это уже зубная паста от Веледа, солевая, она, в отличие от той пасты, которую я показывала в начале, не пенится. Если та пенилась прекрасно, она не пенится совершенно. Она, я так понимаю, действует за счет того, что при воздействии попадания соли в вашу ротовую полость у вас начинается обильное слюноотделение. Это также помогает в процессе чистки зубов, очищения ротовой полости. Состав здесь просто вообще никаких нареканий не вызывает. Наверное, потому что здесь вообще никаких пенящих агентов и в помине нет. Она не пенится совершенно, поэтому ей можно спокойно совершенно пользоваться в любых состояниях, будь то беременность, либо вы вообще не хотите связываться ни с чем, что может вызвать какие-то сомнения в плане вашего воздействия на ваше здоровье и так далее. Она как гель коричневатого цвета, очень свежий у нее аромат. Кто хочет испытать новые ощущения при чистке зубов, хотя можно обновить свои ощущения, купив вообще порошок для
чистки зубов, что я, кстати, хочу сделать. Далее покажу вам мыло. Это мыло от Essentials by Clearly Naturals со вкусом базилика и лимонника. То есть такое прозрачное мыло, напоминает мыло ручной работы. Здесь без СЛСов, без всяких, гипоаллергенный, безглютенный, ГМО, парабенов здесь нет и не тестировалось на животных. В составе очень много различных масел. Правда, не указано, органические они или нет. Скорее всего, не органические, обычные масла. Вот, ну, такое вот глицериновое мыло, как можно использовать во время беременности совершенно спокойно. Это Insta Natural, это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Возможно, вы знаете, возможно, нет, не все далеко. Кислоты, которые используются в косметологии для ухода за нашей кожей, разрешены для использования во время беременности, в принципе, и во время кормления грудью. Гиалуроновая кислота, она относится к тем кислотам, которые все-таки разрешены во время использования в беременность. Но я не говорю здесь про инъекции, о них я ничего не знаю. Скорее всего, их нельзя делать во время беременности. Вот, ну и даже про то, можно ли наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой, крема, маски, все равно спросите еще раз своего врача, на всякий случай. Но по той информации, которой я обладаю, она абсолютно безопасна. Она естественным образом содержится в нашей коже, и при помощи различных средств мы просто восстанавливаем ее баланс у нас в организме, в нашей коже. И насколько мне известно, самый лучший способ насытить свою кожу гиалуроновой кислотой, восстановить баланс, это использование сывороток. Очистили лицо, нанесли тоник, да, перед тем, как наносите увлажняющий крем, вы наносите сыворотку. Я этой сывороткой пользовалась, честно говоря, не очень много, потому что лето было у нас очень солнечное, и до сих пор стоит солнечная погода, поэтому протестировать там в очень больших объемах мне ее не удалось. Я тестировала ее на сгибе своего локтя, реакции никакой и в помине не было. Совершенно нейтральное средство. Аромат у сыворотки очень легкий, достаточно приятный и практически незаметный. Здесь содержится витамин С, экстракт чайного дерева, масло жожоба и алоэ вера. Но опять же, будьте осторожны, потому что во время беременности может возникать такая своеобразная, так называемая, маска беременных, да, то есть различные пигментные пятна на лице, что постигло меня в эту беременность. Поэтому такими средствами с кислотами я пользовалась очень осторожно. Поэтому вы смотрите свои ситуации, тоже будьте осторожны с кислотами. Масочку для волос от Earth Science оливковое авокадо я показывала в предыдущем выпуске. Сейчас я повторяюсь, наверное, не буду слишком долго на ней останавливаться. Показывала вам тюбик меньшего размера. Здесь уже 170 грамм, где-то в районе 200 миллилитров. Вот этот объем, мне кажется, более целесообразным для покупки, чем меньшая баночка, потому что той мне хватило едва ли на две масочки. С этой сделала уже три, но она скоро закончится тоже. Вот, надо будет переходить к следующей. Состав здесь хороший, натуральный, но вот не органический. В составе очень много масел, которые ухаживают за волосами. Но все-таки здесь содержатся силиконы, и я все-таки приняла для себя решение, что я буду мыть голову им только в перчатках, как и, в принципе, со всеми масками я буду поступать, которые я использую, по крайней мере, в эту беременность. Вот эта маска, она экспресс-маска, я считаю ее. Она держится на волосах всего 2 минуты. И за счет того, что здесь не указано ни одного сертифицированного органического ингредиента, у меня появился новый фаворит. Это маска от Giovanni Nutrafix Hair Reconstructor. Здесь уже сертифицированные органические ингредиенты присутствуют. Хотя цена у нее на самом деле очень схожа. Смотрите, одинаковые объемы и цена очень даже похожа. Не скажу, что это средство, оно более такое глубокое, более органическое, поэтому оно должно быть дороже. Нет, ничего подобного. Очень хороший состав, мне нравится даже больше. Но нужно опять обратить внимание, что здесь были силикончики, здесь у нас присутствует стиралкониум хлорид. Этот ингредиент, он не разрешен во время беременности, не разрешается его добавлять в средства для детей, уходовые средства, шампуни и так далее, детские. Но есть один лайфхак, хитрость, который можно использовать, который я пользуюсь ежедневно. Это использование перчаток, опять же. Наношу это средство и смываю его только в перчатках. Оно держится, правда, уже 10 минут.
Здесь было 2 минуты, здесь уже 10 минут, что мне тоже нравится. Она работает более глубоко, и опять же здесь присутствует глубокий кондиционирующий эффект. Поэтому, когда вы используете маски, не нужно использовать ни кондиционер, ни бальзам для волос, я считаю, потому что волосы прекрасно распутываются с помощью их. Опять же, за счет того, что здесь силиконы, здесь тиролкониум хлорид. Но продолжая хитрость их его использования, также вы не наносите его близко к корням. Ну что, в принципе, мы и всегда делаем, когда пользуемся бальзамом или кондиционером для волос. Никто не наносит его на кожу головы или близко к корням. И используя тщательные такие меры безопасности, вы можете спокойно пользоваться этими средствами. Потому что, когда малыш родится, времени ухаживать за собой будет еще меньше, если оно будет вообще. И сейчас это самое время, когда вы можете уделить внимание своим волосам и их уходу. Далее продолжаю тему борьбы с растяжками во время беременности, в послеродовой период, во время кормления грудью. Показываю вам те средства, которые я приобрела именно с iHerb. Это вот такая вот рукавичка. На сайте она названа отшелушивающей рукавичкой. Степень отшелушивания 3 из 5. Махровая рукавичка, которой вы очищаете свою кожу, подходит совершенно для ежедневного использования. Но для меня все-таки лучше, когда я использую вот этот вот сетчатый шарик, да, из сетчатого материала, потому что он прекрасно пенится, средство в нем прекрасно пенится, здесь же пены вы не добьетесь, отшелушивание, я бы не сказала, что здесь какое-то сильное отшелушивание, вообще самое минимальное, вот, поэтому покупать ее больше, скорее всего, не буду. Потому что я не получила удовольствия, удовлетворения от этого продукта. Рукавичка была Eco Tools, это тоже Eco Tools. Здесь уже степень отшелушивания более глубокая, 4 из 5. Не самая максимальная, но уже эта рукавичка, точнее перчатка, отлично работает. И она прекрасно выполняет свою функцию, той, для которой я покупала. Продаются они, кстати, в паре. Вторая у меня в ванной лежит, я показываю вам одну из них. Перчаткой я пользуюсь уже 2 раза в неделю, не чаще. Я бы не стала делать отшелушивание ежедневным, потому что она уже достаточно сильно отшелушивает кожу. Потом вы наносите свои средства от растяжек. И должный уход именно от растяжек она обеспечивает. И заканчиваю сегодня свой выпуск спреем Derma Boost от Morningstar Minerals. Это очень классная вещь, особенно вот этим летом была для меня. Это лето у нас выдалось аномально жарким, поэтому освежать себя легким спреем было просто тем, что я делала на протяжении всего дня практически. Сколько литров различных спреев. У меня был Avène Derma Boost. И я израсходовала, мне даже страшно себе представить. Вот. Но я не заканчиваю с концом лета, не заканчиваю пользоваться этими спреями, потому что они пригодятся и на роды, я их беру, и на послеродовой период, когда надо будет грудью кормить малыша, не спать ночами, да, чтобы освежать свое лицо. Очень классно было для себя открыть то, что можно купить такую вот термальную водичку, спрей на iHerb. Здесь в составе только минералы и очищенная вода. Ну, минералов здесь просто огромный список, также огромный список аминокислот. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео было полезным и интересным. А если вам хочется еще больше обзоров, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина, и я прощаюсь с вами до следующего видео. Все, всем пока!